Неужели я погибну вот так бесславно? Загнанная в угол, лишенная власти, окруженная врагами. Я достойна лучшей участи. Они пришли за мной. Когда-то я была их королевой, а теперь это мои палачи. Вдруг, откуда ни возьмись, возник портал, очень странный и зыбкий. Я почувствовала, как ко мне вернулась частица былой силы, но ее не хватило бы и на то, чтобы подчинить даже одного орка. И все же, этот портал – путь к спасению. Пройдя через портал, я увидела его. Он стоял прямо передо мной, а на его лице красовалась глупая ухмылка. Я успела крикнуть только одно. Беги! Скажи что-нибудь. Ну, беги. Все, теперь смотри. Открываем настройки. Заходим в звук. И режим рации включить. Принять делаем. И раз, два, три, как тебе? Ух ты, какая прелесть. Как неожиданно. Ага. Какая неожиданная логика. Ага. Так, ладно, ну, по-моему, там что-то уже происходит. Итак, друзья, всем привет и добро пожаловать на совместное прохождение Orc Must Die 2. С вами сегодня я, любитель покомандовать, Романесса. Игница. Да, и со мной сегодня отважный, но безмозглый боец, Рич Маквуд. Привет. Итак, смотри. Вот тут, скорее всего, будут появляться наши враги. Возможно. Давай их прямо здесь и бить. И что это такое? Что это за игра? В общем, эта игра — это Tower Defense с элементами шутера. С видом от третьего лица. И здесь, как видите, можно играть в кооперативе, что, конечно же, здорово. Нам сейчас предлагают выбрать систему защиты. Я нажимаю «Б». И новые враги нам тут сообщаются. Будет пехотинец-орк, неудержимо рвущийся к порталу глупое существо. И тяжелый пехотинец-орк, неудержимо рвущийся к порталу сильное существо, глупое и сильное. Все, прям как ты. Повезло нам. Кто и я у нас есть? Нам предлагают выбрать систему защиты. То есть я, естественно, выберу себе свой посох. Первое, да, ну, с руки лупить буду. И также нам предлагают выбрать что-нибудь дополнительно. Ну, у меня есть здесь скипетр власти. У Рича свои там, конечно же, вещи. Но вот я зритель. У меня есть пушка. Тебя, да. Мушкетон. Ты из пушки мушкетишь. А у нас есть вот здесь скипетр власти. Это основной режим — быстрая атака на расстоянии. И дополнительный режим — ненадолго зачаровывает врага. Также есть каменный посох. Основная — это наносит удар по нескольким целям на расстоянии и дополнительно обездвиживает врага. Я возьму каменный посох, мне нравится это больше. Вот я сейчас вот этот посох уберу. Это поставлю. Также у нас есть телепортирующее кольцо. Размещает отметку телепорта и потом телепортирует к отметке. Я не буду это пока брать. Из предметов вот сейчас смотрю, что доступно. Амулет. Пассивный эффект пугает врагов, которые наносят урон игроку, а активный создает призрачный образ, пугающий врагов. Я могу быть контролем, кстати, а ты можешь быть основной фигачущей силой. Это я могу, да. У меня тут есть и самонаводящаяся ракета. Бросает маленьких врагов, дополнительный режим огонь по воздушным целям. Ты выбираешь, что тебе нравится, а я могу вот видеть, что ты в итоге выбрал. Вот, можно вот так сделать. Еще один амулет у нас есть. Медленно восстанавливает здоровье ваших стражей. И активный воскрешает павших стражей. Вау. Окей. Смотри, вот такая штука есть. Получается, могу... Сейчас сделаю так. Это у меня тоже есть такое оружие против летающих. Но летающих у нас сегодня не будет. Нет, это дополнительные. Основной — самонаводящаяся ракета бросает маленьких врагов. Я бы предложил все-таки использовать поэффективнее что-то. Пожалуй. Ну как ты думаешь, что тут эффективнее? Я еще ничего использовать не, что-то, что не пробовал. И основной, и дополнительный режим будет работать против текущих врагов. Вот это максимальная эффективность. А я выберу какие-нибудь... Замораживает врагов, требуется перезарядка. Поливает кислотов проходящих рядом врагов. Набрасывает на врагов сети. У меня тут есть такая штука, которая
пугает врагов. Ну, с ловушками у нас похожие вещи, походу. И вот так. Замедляет передвижение есть. Я думаю, я вот с таким набором пойду. Думаешь? Да, угу. Не, ну в принципе стреляющий у меня есть. Давай какую-нибудь ерунду. Амулет какой-нибудь, может, нет? Амулетик? Не, давай какую-нибудь ловушку, которой у меня нет. Телепорт есть. Вот смотри, есть телепортирует врагов. Есть, стреляет дротиками с кислотой. Давай вот это хорошо. После этого перезаряжается. А, у меня тоже такая штука есть. А, ловушки у нас одинаковые. Потолочная ловушка, это у тебя. Да-да, есть напольная. Меня просто интересует, а разделяется ли у нас количество... Ну, в смысле, используем ли мы вместе одну и ту же валюту, или у каждого свой кошелек? Это вот вопрос такой. Давай попробуем, да? Давай попробуем. Ну, у каждого свой, иначе у нас на две штуки всего-то на команду. Ну, посмотрим. Давай глянем, что получится. Итак, ты готов? Yes, yes. Окей. Готов. Ready. И давай расставим сначала ловушки, я думаю. Так, что за дорога-то у нас? А потом будем. Смотри, ловушки можно ставить где угодно, видишь? Сейчас вот некоторые, по крайней мере. То есть есть настенные ловушки. Они могут здесь ходить? По путям. Здесь по путям, это где здесь по путям? Ну, пути, железнодорожные. На той стороне? Да какая разница? Сейчас, можно подожди. Вот, я знаешь, что мне интересно? Тут... Книга заклинаний. В принципе, вот смотри, да, где-то если в этом месте их замедлять, то можно их расстреливать с той стороны. Оттуда аж? Ну, естественно. Ну, это будет не очень удобно, но можно, блин, извини. Вот, и... Я умер. Дальность полет стрел неизвестна, а так можно было, например, бы здесь вот на стенные стрелы поставить, чтобы не издалека так. Но мы можем, да, вот зайти сюда на эти пути, но нас тут может сбивать вот эта штука, видишь? Хотя подожди, по-моему, нет, она не сбивает. Она не сбивает. Она сбивает врагов. Стрелку ты можешь переводить, кстати. Угу. По ней просто, да, Е нажать. Либо по ней можно просто стрелять, по-моему, тогда она тоже переводится. Да, по ней можно просто фигачить. Ну, так что, у тебя что-то замедляющее есть? Да, у меня... Давай тогда на той стороне все это поставим. Итак, у меня... Сейчас, вот это у нас что? Напольная ловушка. Да? Она у меня замораживает. Получается. О, отлично, так вот где-то здесь. И второе у меня это настенная ловушка, которая отбрасывает врагов. Давай я тогда сделаю, смотри, вот так. Это будет дорого, но, надеюсь, эффективно. То есть я ставлю ловушку вот здесь. Замерзнут. И еще одну ловушку вот здесь, да? Угу. Непонятно, как они просто будут идти. А здесь я поставлю настенную ловушку, которая будет их отбрасывать назад. Все, и мне остается денег еще назад? На одну ловушку. Их, наверное, в сторону стены отбрасывать будет, нет? А в описании сказано, что назад отбрасывает. Ну, может быть, если ты установишь по пути следования. Ну, понял, например, на эту стену. На эту стену ты установишь, тогда и будет назад отбрасывать. Ну, а так, ты думаешь, не будет отбрасывать? Вот ты идешь такой... Ну, их, наверное, будет отбрасывать в стену. Нет. Ты смотри, как ловушка работает. Она вот так вот... Она ж, видишь, вращается. А, тогда да. Ты ж обрати внимание на конструкцию. Да, тогда пойдет. Вот, а потом, если совсем беда, я поставлю замораживающую ловушку, то есть они вот идут здесь по коридору, тут, кстати, лечащие поушены всякие, видишь, зелья растыканы еще по пути исследования. Вот, я поставлю замораживающую ловушку, пожалуй, вот здесь. Не-не-не, вот давай где-то здесь, чтобы мы могли их расстреливать из коридора отсюда. Из коридора отсюда, ну и ты учти, ну, у вот нас так. Еще есть. Вот так, да? Все. Некоторого я потратил оружия. Все свои деньги до нуля. Отлично. Ну давай, я установлю что-нибудь. Например, здесь вот у меня есть стреляющие там дротиками отравленными.
Давай дальше. Смотри, тут такая слишком большая концентрация. Они все равно будут проходить. Они не будут здесь долго стоять. Вот здесь, видишь, целая стена, смотри. Вот это вот твоя стена. Делай здесь что хочешь. Ну, не знаю. Давай посмотрим. Что делать? Я уже и забыл. Ну, оно стреляет. Ну, вот ставь. Вот сюда? Не, давай вот здесь. Вот они выходят. Вот смотри, как раз сектор такой. Он у тебя стреляет, у тебя полностью. У тебя ловушка потолочная, да, которая стреляет? Ну, одна потолочная есть вот такая. Ну, вот потолочную в этом коридоре тогда ставь. Давай, давай. Давай вот тут. Кто хочет поживиться? Хорошо. А и стреляет. Ну, они типа замороженные такие, да, проходят и такие медленно здесь вот идут. Вот такая штука есть. Не, я же не вижу, пока ты не поставишь. А я видел твои зеленые. А я твои не вижу. Ладно. Ну, в принципе, если они... Не, ну можно здесь. Давай здесь. Мы будем... Они не будут задерживаться. Они всегда будут идти. Замороженные, отбрасываемые, они постоянно идут. Давай вот так. Это у нас стрелы, да? О, хорошо. Угу. И остается у тебя еще что-то? Вот и мне не хватает. Ну, считай, все. Ну, ни на что больше не хватает денег. Да, да, да. Что ж, сейчас я тут кое-что отключу. Вот эти вот вещи, которые нам сегодня не нужны. Вот это, вот это. Все. Так. Ошибка при работе в сети. Подождите или отключите это сеть я, сети. Это я свернул. Вот все. Развернул. Там же видишь, чатик у нас есть слева. И там напарник поставил игру на паузу, напарник снял игру с паузы. Видишь? Все, я готов. Ты готов? Готов. Ну, встречаем их прямо здесь, возле кристалла. Не стоит там стоять. Мы бегаем быстрее, чем они. Ну, чем некоторые из них, по крайней мере. Рич. О. А, вот он ты. Я тебя потерял просто. Все. Итак, ребята. Расставили. 3, 2, 1. Поехали. Бой. Жми кнопку. А, уже. Начнем. Бой. Ой. Ну смотри, давай. Отлично давай. Давай. Потому что это первая волна вообще, наша самая первая. 10 подряд открыто достижение у меня. Слушай, этот комбо считается, это прикольно. Ну как видишь, их тут дофига. Да что? Серия убийств. Сейчас много, потом будет мало. Вот, ловушка сработала. Отлично, вернула. Две группы защищены. Это очень просто. Мы прям такую тактику продумали, а тут... Тут все, просто спам себе кнопку и нормально. Да не, все за счет нас. Я их там камень превратил. Еще не бедное решение. Кстати, это первый уровень, поэтому... Тебе так плохо как... слышно? Так и должно быть. Ну да, я же говорю, самое первое, что ты скажешь. Тут черепа еще, стойпа это валюта, понял? Здесь еще одна. Potion с маной, кстати, я сейчас вот так сделаю тогда и возьму ману. Черепа собирай. Так. Ребятушки, я вот тут как бы объясню вам, да, что ну, не на тех напали. Да, они сами поймут. А что ты не стреляешь, кстати? Да, постоянно. Ты у меня просто ходишь. Странно. Нет, вот я выстрелил. Вот вообще, еще. Ты у меня просто ходишь. Бред какой-то. Последняя волна. Слушай, давай допустим до других ловушек, посмотрим, как они действуют. Не-е-е, мы это еще успеем. Не-не-не, мы с тобой успеем в следующем уровне, поверь, они пройдут дальше. Я тебе ну, просто обещаю. Чтобы как раз посмотреть, как действуют, чтобы правильно их расставлять. Может, как ограниченные радиус действия или еще что-нибудь. Я не уверен, но, по-моему, игра тебе вознаграждает за то, что ты их давишь. Чем раньше, тем... Ну, чем дальше они от портала, возможно... Я не уверен. Давай просто проверим пока этот факт. Если нет, то тогда протестируем потом.
Привет, чат. Привет тем, кто присоединился к нам. Только-только. Мы только монстров. И для зрителей на ютубе я, ребят, сообщу, забыл сказать, вот что мы это все дело сейчас прям стрим. Хотя то, что надпись была сверху, подписчики последние и меценаты, я думаю, многие уже догадались, что это запись со стрима. Ну вот, видишь, твое желание начинает исполняться, мать перевай. Так что... ну, ерунда какая. И все. Отлично! У меня опять кнопка появилась. А почему 17? Там кто-то проскочил, что ли? Почему у нас 17 очков портала? Кто проскочил? Ну, посмотри, у нас не 20, или у нас было изначально 17? Я не обращал внимания. Я даже не вижу, куда смотреть. Вверху справа 17 портальных очков. А у меня там от мамбла значки, мне вообще плохо видно. Ладно. У нас 3742 голды, и нам дают возможность сейчас расставить еще. Точно. И предлагают выпустить орду. Я их остановлю. Ну так что, ставим тут. Да, я тут расставляю. Слушай, а как R вращать? У меня так много денег просто, ты не представляешь. Да, денег, ну, немало. Кто тут выразится? Так, еще 942. Я, пожалуй, настенную ловушку где-нибудь фигану. Так, надеюсь, давай. Не больно. Вот здесь. Если они будут здесь проходить, конечно. Все, я потратил свои деньги. Сейчас я потрачу. По замороженным постреляем. Ну да. Можешь пушку вот эту свою. А, вот ты вот тут уже поставил вот. Дротикомет. Слышишь, тут просто, ну как здесь можно пройти? Вам понравится. А кто его знает? Узнаем у них. Как вы прошли? Случайно. Можешь настенные стрелы вот здесь еще потратим. Жесть. Ну, ей-богу, тут попробуй пройди. Это ж какая-то жесть полнейшая. Ну что, ты готов? Йоу! Поехали! Подперли. О! О! Стрелы тут, а тут жесть просто происходит. Отработало нормально. Пушка вон твоя там выехала, только что расстреляла все. Меня просто интересует, что за фигня, почему, это, почему ты у меня просто ходишь? Я не вижу никакого твоего взаимодействия с миром. Ты видишь, как я взаимодействую? Это твое есть, да. Странно. Ну, у меня перезаряжается, я стреляю. Можешь чуть громче говорить, тут такой шум у меня. Да, у меня тишина, спокойствие, умиротворение. Так, и ловушки, кстати, мы можем даже, по-моему, в бою ставить. Я могу ошибаться. Но, кстати, они нас давят. Ты обращаешь на это внимание, да? Очень приятная штука. Так, куда там дали? Бам! Ух ты. Как видишь. Я там сальто даже сделал. Как видишь, это была ерунда полная. Мы не собрали всех, кстати, черепов все-таки. Тут было 5 доступных черепов. Мы с тобой собрали только 3. Вот не обращали, видишь, на это внимание? Ага. И награда вот дают нам теперь шипы. Напольная ловушка наносит урон врагу, который наступил на ловушку. Требуется перезарядка. МДжерамон уже превосходит богов, убейте его наконец, говорит геймер Павел. Это фраза из Доты. И у нас есть черепа. Черепа мы можем тратить на покупку, по-моему, вот как раз новых приспособлений, гаджетов всяких, понял? Mm-hmm. Вот книга заклинаний, я сейчас заклинаний открываю. Загляни-ка. Заклинание. И тут вот мое снаряжение, можно посмотреть, что у тебя уже есть. Это общий... черепа или лично? У меня 8 штук вот написано. У тебя 8? А, у меня 6. Значит, смотри, значит, не получится ни мне... Нам не получится, короче, собрать все черепа, чтобы они засчитывались и тебе, и мне. Значит,
Получается так, что те два недостающих черепа, да, которые мне показывало, их подобрал ты как раз. Понял? Ага. То есть мы с тобой, в общем-то, за эту игру собрали все черепа, просто они делятся. Они не засчитываются и тебе, и мне. Вот оно что. Ну и дальше ты можешь... Слава. Тут есть закладка. Этот озорной костюм сделает вас любимцем ордена. Труп невесты есть еще у меня. Наряжаться весело. А сколько он стоит? Нисколько, я могу просто его одеть. Прикольно. Я буду в трупе невесты сегодня. Ну, в смысле, в костюме трупа невесты. Вы не подумайте плохого. Амулеты, оружие... Оружие, что у нас есть? А, кольцо и ракетница. Это тоже все оружием считается. Я понял. Ну, смотри, можно поэкономить пока. Черепа, я смотрю, тут цены аж 13, 15. Да, 5, 6 тут тоже есть. Ну, ловушки именно. Да, я думаю, мы не будем, да, с тобой тратить сейчас. Ну да, поднакопим немножко и будет вообще по кайфу. Вернуть черепа, мне тут написано еще. Что? Нет, мы не будем возвращать. Они наши. Да. Все, тогда продолжить.